Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Виктор. Живу я в Штатах, штат Мичиган. Вы живете в России и зовут вас Алексей. Алексей. Приятно познакомиться. Приятно. Вот у меня, как русского с американским паспортом, вопрос к русскому с русским паспортом, российским. Зачем Россия обижает Америку и Джо Байдена конкретно? Потому что мы злые. Вот смотрю я телевизор, Байден выступает и кричит: путинское повышение цен на бензин в Америке. Я такой сижу и думаю, а кто у меня президент, Джо Байден или Путин? Не, ваш президент Джо Байден, а ваш император Путин. Ага, понял. Вы различаете немного. Я понял. Поэтому президент вам говорит, ну, понятно. Ну да. Просто абсурд какой-то выходит, я не знаю. Ну я ж свел, да, ваш пазл-то ну вместе. Да, ну в принципе да, вы мне сказали, это президент, а это император. Да. Все, пазл сложили. Да. Вот. А это вот у вас на майке, по-моему... Узнаете, да? Тоже Америку Ну, обижали люди. я понял. Вы не стримите? Я не. Я вообще первый день. Вот я понял. Без Б на самом деле. Понял. Ладно, пойду поприкалываюсь над русскими. Хорошо. Послушаю истории, вернее, идеи. Может, кто-то другой пазл мне предложит. Хорошо. Счастливо. Давайте, удачи вам. Пока.